Мешает что-то, Вера? Не, по-моему, мне кажется, их две. Одна разговаривает постоянно. Вы где Вторая находитесь сейчас? стоит. А где стоит вторая? Мы еще в матрице Земли. Хорошо. Ты две их видишь? Одна двигается, которая разговаривает, а Замерла. Вторая просто стоит. Замерла, которая двигается. Забираем обоих, берем в защитный скафандр и вместе с тонкой копией Анны и с этой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Итак, у нас два фантома, да, стоят? Два фантома. Хорошо. Ставим маячки над каждым фантомом. Зеленый, красный, оригинал зеленый. Фальшивый фантом красный. 1, 2, 3. Какого цвета маячки? Который двигается, разговаривает, красный. Красный отправляется в клетку-тюрьму. Готово. А, подожди, вот это спокойная копия, она говорит, что там моя часть, не уничтожаю. Не-не, мы заберем все оттуда. Мы должны просто разобраться. Мы приветствуем Анну, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готова, доверить. Хорошо, выстраивает этого фантома канал к ответственному, связанный с этим фантомом. 1, 2, 3. Каналы выстроились, притягивая всех ответственных по цепочке в клетку-тюрьму. Нет никого, у меня канал к ней выстроился. Это ее, значит. Значит, она сама приложила руку к такому счастью. Хорошо, будем разбираться. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анны. Находит все. Сейчас, секунду. Она говорит, что она себе ставила защитный фантом и раздробила себя, раздвоила. А зачем вы это делали, Анна? Это специально было или это так получилось? Так получилось. Ну, это большая... Он воодушевился. Стала жизнь, своя жизнь. Бывают вещи. Значит, поехали. Голограмма у нее стоит синего дракона. Синий дракон в клетке? Да. Плюс голограмма. Хорошо, дальше. Убери эту голограмму к нему. Она перед ней. Ах, вот как, хорошо. И я даю команду на 4. Эта голограмма полностью отключается до последнего проводочка. 1, 2, 3. И летит в соседнюю клетку с драконом. Да, будет так, а так и есть. Нет, 2 Грея. А рептилоид. Мимикрирует кто-то? Нет, просто много. Гуманоид. В самом верху. У него есть шапка сверху. И на этой шапке как антенны две. Они короткие такие, небольшие. Да ты что? Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер сканирует голову, отключает полностью эту шапку гуманоида до последнего проводочка. И эта шапка летит в соседнюю клетку. Ох, какая каша у нее в голове от этой шапки. А мы сегодня уточним. Хочет ли гуманоид, чтобы я ему эту шапку одел на голову и включил на полную мощность? Гуманоид, хочешь ли ты этого, а? Он говорит, что эта шапка предназначена для нее. Она ее заслужила. Да? Расскажи, чем она заслужила ее? Расскажи мне. Если ты меня убедишь, в чем я не думаю, будет интересно послушать. Итак, она сказала, гуманоид, приди, одень мне шапку на голову. Или ты обманом вошел в ее биополе? Она очень впечатлительная и принимает все на себя. С такими легко работать. Они мягкие, и с ними можно лепить все, что хочешь. Любая информация принимается сразу на себя, впитывается и начинает действовать. Давай закончим с этим. Давай закончим. Потом будем разговаривать. Конечно, да. Итак, гуманоид с шапкой, рептилоид 2 Грея, синий дракон с голограммой, ее фантом и еще что? Джин у нее еще все. Джин. Какой джин? Синий низ, золотой верх. Считай цифры над головой. 10, 326. 10, 326.
Хорошо, Джин. Как долго ты находился в этом биополе? 7 лет находился. Хорошо. С какой вещью ты пришел в ее биополе? С книгой. С какой? Какая-то специальная книга? Или ты ее обычная просто... книга. Обычная книга. Как ты воздействовал на нее? Хорошо, остановим пока, оставляю этот вопрос открытым. Начнем с реверса энергии, я буду задавать вам вопрос, вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Анне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивая канал к шапки гуманоида 1, 2, 3 и реверсом отдаю в этот шар все негативные патогенные энергии, которые Анна получила от него. Пошел процесс. Выстраиваю канал к голограмме синего дракона и реверсом отдаю в эту голограмму все негативные патогенные низкоэбрационные энергии, которые она получила от этих плат. От этой голограммы пошел поток энергии, усилию все в 100 раз. Картинки он ей показывал. Дракон, да? Угу. Какие? Это ты там в эзотерику вводил ее, любитель обмана? Сколько ты находился в биополе, дракон? 13 лет. 13 лет. Что-то срок такой большой. Чем это объяснить? Какая твоя цель пребывания? Кто тебе здесь рад? У тебя есть контракт? Контракт. Контракт есть. Да ты что? Хорошо. Интересно. Какое содержание контракта? О чем ты договорился? То, что она об этом не знает, я больше чем уверен. Но интересно, какие условия ты прописал в этом контракте? Конечно, знает. Мало того, она с удовольствием подписала его. Да ты что? Скажем так, приняла. Так подписала или приняла? Приняла. Или скажем так, приняла это, подписала? Это одно и то же? Приняла все мои условия. Какие твои условия были? А значит, договорились. Это ты так думаешь? Какие я ввожу в ее. Я ввожу ее в астральные миры. Показываю, даю информацию. А сколько процентов правды в этой информации из 100? А она начинает действовать, разносить эту информацию. Ах, вот как. Похоже, тратить действительно... Тратить энергию на это. Похоже, действительно, похоже на контракт. Будем разбираться, синий дракон. Сколько ты... 13 лет, ты сказал. Хорошо. Рептилоид с Грэмми, сколько вы находились в биополе? 4 года. 4 года. Гуманоид, откуда ты? С Нибиру. И сколько ты находился в этом биополе, гуманоид с Нибиру? Гуманоид с Нибиру находился в этом биополе 11 лет. 11 лет. Хорошо. Что ты ей транслировал? Что там происходило? Объясни мне. Я хочу понять всю ситуацию. А также, как эта шапка воздействовала на Анну. Мне вообще интересно, Анна, вы видите этих... всех сущностей, находящихся сейчас в клетке тюрьмы. Вы видите их? Она видит, и у нее еще есть подключки от этой шапки по спине, и она хочет их снять. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер сканирует и отключает все подключки, которые еще остались неотключенными в биополе, выводит из биополя Анны, и эти все провода, эти подключки отправляются в клетку тюрьму. Гуманоид говорит, что мне ее передали, Анну. Что, переходящее знамя какое-то, или флаг, или как это понять? Что значит передали? Передать — это вот я могу тебе сказать, что такое передать. Это когда я тебя беру и отдаю тебя в руки межгалактической полиции. Это называется передали. Вот я тебя сегодня передам в межгалактическую полицию. Нравится тебе это или нет? Кто тебе ее мог передать, преступник? Какое ты имеешь право распоряжаться тем, что тебе не принадлежит?
может, я неправильно выразился. До меня были другие. Может быть, неправильно. А по-моему, ты правильно выразился. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Она забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Анна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И реверсом забираю из этой шапки гуманоида. Мощным потоком возвращается назад. Забираем все свое по праву. Она говорит, что я много раз их видела во сне, показывает на гуманоида и на дракона. Да, и как вы поступили во сне, когда вы их увидели? Насколько я понял, вы заключили контракт с синим драконом. Гуманоида, у тебя есть контракт с ней? Он говорит, что как такового контракта нет, но на все, что ей предложили, она ответила «да». И это считается неразорванным. Покажи мне ситуацию, как это согласие ее происходило. В каком состоянии она была? Отдавала ли она отчет, что это не сон, а заключение контракта? Кем ты перед ней предстал? Мои вопросы. Ее биоробот был в неосознанном состоянии, но тонкая копия стремилась получить информацию. Предстал как вестник, несущий знания. Вестник, несущий знания. Хорошо, Анна, посмотрите на вестника, несущего знания. Это именно та проблема, когда люди все воспринимают за положительное. Это и не имеет никакого сомнения. Это дорога, в принципе, в тупик. Рано или поздно эта ситуация, Анна, для вас, как я смотрю, она была просто неизбежна. Она уже состоялась. Я не знаю, как вы это все принимали добровольно, но вы это приняли, это ваше было решение. Хорошо. Гналась за знаниями. Угу. Скажи, какие знания... Без сомнений не могут быть получены знания. Это верно, но любые ваша знания... Ваша задача – получать знания и анализировать. Но, как я уже сказал, это пластилин. Такой материал очень легко лепить и работать с ним, подстраивая под себя и под свои нужды моей цивилизации. Хорошо. Итак, с реверсом у нас закончился. Мы все забрали. Да, что забрали. Вернулось из шапки? Был там биоматериал? Там был концентрация была. Концентрация. Хорошо. Уже важно. Уже вернули назад. Хорошо, синий джин, выходи, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. А вообще тебе не надо выходить, собирай всю свою пыльцу. Отключайся полностью и доложи мне прямо на месте, что ты закончил. Сейчас, секунду, я немножко объясню, что такое концентрация вернулась. То есть я вернулся, вот этот красный огонек, сомнение, под которое нужно ставить любую информацию. Четко разделяя ее. До этого у нее была каша, с которой она соглашалась. И согласилась она, видимо, очень давно, в самом начале своего пути. И в конце она это поняла, устала уже от этого. Но в голове была такая каша, что она не могла уже различать, какая информация. Джин, значит, пыльцу забирает у нее руки, чуть ниже локтя. И тело, ноги до талии, в синей пыльце. Джин, и все остальные, кто из вас присутствует еще в ее квартире? Грей, вы знаете, что я все узнаю. У Грея есть конструкция. Конечно, есть. Хорошо, Грей, как мы этот вопрос будем решать? У нас нет сегодня заказа на чистку квартиры. Но если он придет завтра, и я поднимусь через 10 минут в эту квартиру, и обнаружу вас там, или ваши, даже если вас не обнаружу, обнаружу ваши платы, все, что вы установили там, трубы, я вас притяну. А когда второй раз я встречаюсь с Греями, вы знаете, чем это заканчивается? Они поняли тебя.
Я рекомендую вам это все потом тихонечко, пока еще до этого не дошло, уйти и убрать, и спокойно, пока открыто. Хорошо, Грей? Джин собрался. Хорошо. Так, гуманоид, тебе выходить не надо, собирай все, что у тебя там осталось еще. Приступай. У нее в глазах стоит, как линзы, они сбивают с толку ее, искажают информацию. Гуманоид, но ты не перебрал как-то вот с воздействием, я не знаю, но уже это, по-моему, такое массивное уже. Это с ее согласия все происходило, скажи мне? Или ты все-таки где-то обманул ее? Но он показывает всегда, где-то давно она сказала «да», это как ниточкой тянется. То есть на этом основании он одно имеет слово, да? Право. Вернее, ну, да. Он не боится это делать, у него есть согласие, для него этого хватает. Можно и так видеть. Хорошо, рептилоид, дай команду Грэм, пусть они выйдут, все вытащат и возвращаются назад. Приступай. Как вы воздействовали на биополе, рептилоид? Объясни мне. Конструкция у них. Ну, как она действовала? Отток энергии? Вишудха, сердечная чакра соединена с конструкцией в ее комнате. В ее спальне. Понятно, понятно. То есть все это утягощалось во много, да? Еще и шапка гуманоида, и ваша конструкция, и платы синего дракона, и джинс синий. Там такая каша должна быть в голове, я себе не могу даже представить, какая. И все такие долгожители, посмотри, Вера, 13 лет, 11 лет, 7 лет, 4 года. Еще и в квартире там целая армия. Вот так вот. Он говорит, что она рано начала интересоваться нами и искать нас. Кто это говорит? Рептилоид. Ну, в принципе, да. Все вытащили. Хорошо. А что там попалось ей? Какое-то учение или кто-то из ваших проводников на Земле? Разная информация. Ну да, я читал то, что написала, и я так и понял, что это в принципе. Хорошо, синий дракон, давай, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью и возвращайся назад. Слово идет кино, ей показывали кино. Какое, космическое? Летал, то, что ты видел? Вселенную? Не просто вселенная, с сюжетом. Ну, с сюжетом. А, где она участвовала в этом сюжете, да? Угу. О, ну так ты, я смотрю, а какой у нее уровень, Вера, считай, на синего дракона? 32-18. Ну, 32-18. Они знают, что они делают. Насколько он отключил плату. Хорошо. Так, у нас там еще фантом ее стоит, да? Да. Хорошо. Выстраиваю от Анны канал к фантому. 1, 2, 3. И реверсом забираю из этого фантома все родные чистые энергии на чистоте Анны, частички души, ДНК, весь биоматериал. Все, что находится на чистоте Анны, ее родное, возвращается по праву назад. 1, 2, 3. Пошел процесс. Часть души возвращается. Она как окутывает ее стержень такой спиралькой. Соединяется. Да, она. Не туда вы зашли. Астрал – это опасная вещь. И она не делается, без сомнения. Вы должны все анализировать, все проверять. Проверять вы не умеете, как я вижу. И, соответственно, впускаете, соглашаетесь на все, что угодно, и даже не понимая, с кем вы делаете соглашение. Хорошо, Вера, как там? Вернулась? Вернулась, и вот это фантом, он бездушный стал. Отлично. Пустой, да? Да. Открывая под фантомом портал галактическое ядро, фантом уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Анны с синим драконом, синим джином. Пошла рассинхронизация до 100%. Какая информация идет, что своим вот этим согласием, контрактом, безудержным интересом, без проверок и сомнений. Она пришла к такому результату. Абсолютно верно, это куратор говорит, я знаю. Мы его пригласим сегодня. Это страшная ловушка. Это как раз вот эти каналы, которые есть один канал, который высшее я, хотите познакомиться, мы вас отправим. Проект один.
А вот они и подключают всех к рептилоидам и всем остальным космическим. А закончилось. А рассинхронизация. Отлично. Включаем внутренний белый свет, а не 1, 2, 3. И этим светом она выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, все остаточные энергии от интерферентов. 1, 2, 3. Свет пошел, выдавливает все остатки, все выходит до 100%, формируется шар перед Анной. Готово. Даю команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Сканер делает контрольную проверку. Под шаром открывается портал в галактической дыру. Шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Сканер делает контрольную проверку. Так вот. Вот информация, которая ей шла, вот это, что она своим согласием, она сделала себя жертвой. Тут нечего добавить. Так и есть. На чистое. Хорошо, Синий Джин, ты присутствуешь в квартире? Ты мне не ответил на мой вопрос. Нет, он только в ней. Хорошо. Я смотрю, 10 326, ты уже на половину золотой, скоро золотым станешь. Все постепенно. Все верно. А что тебе больше всего нравилось в Анне? Перед тем, как я тебя отпущу, я хотел задать тебе вопрос. Укажи на ее... Ее неудержимость. Неудержимость. Это определенная энергия. Угу. Без тормозов. Ну, это прямой путь к ошибкам и в тупик. Если человек не делает анализа того, что он переживает, а воспринимает все за чистую золотую монету, я думаю, при этом слове джина, он знает, о чем я говорю, то, соответственно, такие вещи случаются. Я правильно понимаю? Как бы это сказать, чтобы ты понял? Она очень внутри, а ей надо быть снаружи, наблюдать. Она действующее лицо, а нужно быть наблюдателем. Золотые слова, Джин. Золотые слова. Мне нечего добавить к ним. Хорошо, ты готов уходить? Да. Благодарю за эту информацию. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте синего джина 1, 2, 3. И джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Рептилоид с Греями. Вы готовы уходить? Готово. Вы поняли, что я сказал насчет дома. Примите это серьезно к сведению. Приняли. Готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Греев. Грей забирает все, что они с собой принесли, и уходит на свою частоту. Рептилоид уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не зайдешь в это биополе. Даю слово. Хорошо, ты знаешь, чем это заканчивается. Готовы уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Ли, я прошу тебя, выйди со мной на связь. Слушаю. У меня, в принципе, нет проблем с этим гуманоидом, с Нибиру. Он все объяснил. Действительно, там было много от человека зависящего. Как ты скажешь, как мне с ним поступить? Информацию мы получили. Мы его заберем для выяснения, с кем он еще связан, и куратором будет отправлен импульс. Хорошо, благодарю тебя. Конструкцию уничтожить. Отлично. Открывается под конструкцией портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Отлично, хорошо. Так, мы всех отпустили. У нас клетка пустая или что-то еще осталось? Посмотри вверх. Клетка пустая. Хорошо, поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Здесь как женщина какая-то смеющаяся. А, отлично, а эта женщина улетает в клетку-тюрьму. Она в тюрьме. Хорошо, кто ты такая? Она смеется. Ты уверен, что ты хочешь? Слово идет фурия. Фурия. Фурия, ты хочешь сейчас гореть в огне? Она говорит, я и так буду гореть. Открывается поток любви абсолюта над ней. Заливает ее клетку светом отца. Светом любви отца. В моих руках формируется шар, большой шар любви абсолюта. И я бросаю в нее этот шар. Фурия.
Знаешь, у нее внутри где-то есть такой же огонек. Она человек, безусловно, у нее есть. Хорошо. Как она себя чувствует сейчас при этом свете? Она кричит, закрывает глаза. Итак, ты будешь со мной общаться или я тебя здесь уничтожу? Говори, что надо. Бери только это. Убираю свет. Хорошо. Подхожу к ней. Посмотри на меня. Видишь меня? Вижу, видела и других. Хорошо. Сегодня ты уже не будешь об этом, даже не вспомнишь об этом. Никогда. Итак, кто ты такая? Назови свое имя. При неправильном ответе я тебя буду подвергать массивному воздействию. У тебя есть один шанс на каждый вопрос. Итак, кто ты? Имя свое. Янга. Янга. Хорошо, Янга. А настоящее имя? Те же буквы там, Ягния или что-то такое. Хорошо. Ну, это по звуку оно похоже. Хорошо. Итак, что ты установила, что ты сделала, какое магическое воздействие ты оказала на Анну? Про кого говоришь? Много у меня таких Ан. Про кого я говорю? Про эту Анну, которая стоит в клетке. Вернее, ты в клетке, она перед тобой стоит у нас. В нашей комнате диагностики. Посмотри лучше. Что ты ей сделала и зачем ты это сделала? Какая была причина? Она ее видит, по-другому видит. Здесь как черное и белое столкнулось. Угу. Неприятно ей то, что она делает. Ну, судя по тому, что... Как она развивается, как она живет. А, зависть. Ну, хорошо. Зависть, да. Какую она магию делала? Поставить монитор, Вера? Разную делала. И сколько лет ты ей магию делала, скажи мне, Янга? Она училась на ней. Сколько лет? 30 идет цифра. 30 лет, Янга? Вот это ты даешь. Но у нее суть такая черная. Ну, так суть черная, это понятно. А что такое суть черная без памяти магической, а? Янга, ты не знаешь? А я знаю. Она не одна, кому она делала. Ну, это мы имеем дело с этим человеком. И посылала. Отлично, хорошо. Выстраиваю от Анны к этой Янге канал прямой 1, 2, 3 и реверсом в течение одной минуты отдаю всю магию, все, что она получила, все это воздействие, все эти негативные чувства, боль, страх, все, что она пережила, в течение одной минуты возвращается этой ведьме назад. 1, 2, 3. Пошел мощнейший поток назад. Откат пошел. Она испытывает те же самые чувства, которые испытывала Анна. Но за 30 лет. Да будет так, а так и есть. Не дышать плохо. Она хрипит. Бывает, Янга, бывает такие вещи, понимаешь? Нельзя делать гадости постоянно и думать, что тебе за это ничего не будет. Всегда придут такие, как я и Вера, и восстановят справедливость. А в твоем случае с особым удовольствием. Ибо ваш черт. Она говорит, хватит. Да не хватит. Все, до последнего микрона. Пока все у него назад не вернется, не останавливается реверс. Да будет так, а так и есть. Получи все назад. Она сейчас в какой-то воронке черной начала крутиться. Шикарно. Это начало. Будет дальше. Просто наблюдай. Ну, вот эта воронка черная, она превращается в дым, и как кушать начинает ее. На он что-то похоже, рой такой. Кругом. Усиливаю потоки в 100 раз дополнительно. Да, будет так, и так и есть. Все за 30 лет назад возвращается. Каждое пожелание, все воплощается на физическом плане. Ни процента больше. 100%. Сколько дала, столько получила. Но она вернула все. Вот это вокруг нее сейчас все в ее биополях, как рой ос черных. Отлично. Передвигается. Хорошо, Янга. Ну, как? Классно тебе? Все хорошо? Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И забираю от этой ведьмы все, что она украла у Анны. На 4. 1, 2, 3. Мощнейший поток. Всю радость. Все ее родные энергии. Все хорошее, светлое, что она украла, возвращается назад к Анне. Да будет так, а так и есть.
Спокойствие она у нее украла. Спокойствие. Все. Правильно. Слезы дала. Слезы назад. Спокойствие забираем. Уверенность. Готово. Хорошо. Даю команду на счет 3. Анна сделает импульс высокого операционного шока удара. И стегнет канал к вельме. 1, 2, 3. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Подхожу к этой Янге и спрашиваю. Ну что, как ты себя чувствуешь? Хорошо все? Пожинать плоды своей деятельности, а? Она тебя не видит. В смысле, как не видит? Она полностью в этом тумане, рой ос этих летает вокруг нее. Ну, отлично. Я даю команду на счет 3. Этот рой входит в нее, остается присутствовать. Не может убрать никогда. Он так в ее тонких телах. Хорошо. Достаю свой магический перстень. 1, 2, 3. Открываю его. И дую на нее. Стираю тебе полностью магическую память. У тебя ничего больше не получится. Ты все забыла. Найкает. Каждый раз, когда ты начнешь переходить к магии, ты начинаешь, у тебя начинается сильнейшая икотка, которая не может прекратиться. Да будет так, а так и есть. Готово, она икает, стоит. Хорошо. Женщина, кто ты? Как тебя зовут? Она себя трогает. А что ты здесь делаешь, женщина? Как ты сюда попала? Она слышит меня или нет? Она трогает себя, говорит, я святая. Конечно, святая, конечно, да, безусловно. Я даю команду на счет 3. В соседней клетке появляется ее алтарь со всеми магическими книгами черными. 1, 2, 3. Алтарь красный, книги черные. Отлично. Анна, а что это за книги, что это за алтарь, ты не знаешь? Она крестится. Все верно, правильно. И гори оно все синим пламенем. И этот алтарь сгорает вместе с этими книгами. В пепел превращается. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отлично. Под пеплом открывается портал в галактическое ядро, и пепел уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Анна, ты меня видишь? Ты меня слышишь? Анна слышит, и Янга слышит тебя. Кому-то и обращу. Янга слышит. Хорошо, Янгу я хотел спросить. Янга, ты помнишь, кто ты и почему ты здесь? Городская Янга и Мария. Мария, конечно. А какая Мария? Святая. А, святая Мария, понятно. А я кто? Я святая женщина. Безусловно, конечно, святая. Видно сразу. Я хожу в церковь. И что ты там делаешь в церкви? Подклады? Проклятие, переворачиваешь свечки, ставишь людям что? За упокой. Ты знаешь, Янга, все равно придет, даже если тебя стер эту память, ты сейчас не помнишь, но тебе придется отвечать за твои действия. Это я тебе гарантирую. Хорошо, больше мне с тобой говорить не о чем. Ты получила все, что ты хотела. Этот рой в ней, да, Вера? Да. И вот в этом состоянии, открывая портал на ее частоте 1, 2, 3, и эта Янга уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Да, готово. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашения контракта, договоры, какого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят? Драконом договорами. С драконом. Хорошо. Анна, вы готовы расстаться со всеми контрактами, которые вы опрометчиво заключили? Повторяйте со мной. Внутренняя власть моего суверенного я. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Готово. Вернулась энергия? Вернулась. Открываю воронку в галактическое ядро и произвожу сброс аннулированных контрактов и договоров. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Анна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую, спокойно чувствую, стержень внутри себя чувствую. Понимаю, что я личность, и я сильнее их. Абсолютно верно. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и мы сейчас будем приглашать его в нашу комнату диагностики.